Всем привет, ребят. Ну что, сегодня я буду ролить талантики. Есть карточки смены, часть я уже потратил. Хочу выбить новый талантик, возможно, какой-то талантик для Низика, которого я прокачал уже. Он уже у нас вот такой вот с каменной кожей, уже только что была на нем ремка, уже каменку поставил. Ну, это пока все временно. 12-12, 1000 урона, 35% на шанс крита. Вот. Поэтому пишите комменты, хотите ли вы такого героя потестить. И с каким талантиком. А я пока сейчас паролю коробочки и талантики. Возможно, нам что-то интересное выпадет сегодня для бабы Зины. Сейчас она у меня с разбросом. Но хочется что-то такое интересное на ней потестить. Например, рвение. С разбросом еще запишем видосик. Так, стойкость не то. Ну, что-то такое себе. Особие, как сливать таланты. Так. Ну, только что нам падали. Ну, такое, четверка. Не то. Еще одна четверочка. Рвение первое было. Ну, рвение опять первое. Надо максимальное. Хотя можно, в принципе, на Ниндзюку потестить и такое. Так, рвение опять. Замедление. Так, что-то у меня по замедлению. Замедление попробуем. Попробуем. Блин, у нас еще нету скина на Фрея. Еще он, к сожалению, не продавался. Так, что там у нас по героям, которых мы берем на Фрея? Ну, у меня, в принципе, у всех тут стоит замедление. Есть смысл от него. Единственное, еще на Бабизине можно потестить, чтобы герой просто не добежал. Но, опять же, оно ничего не изменит. Так. Ладно, поехали дальше. Хороший талантик для Архи, но он нам не нужен уже. Кстати, у меня еще до сих пор нет замедления талантиком на складе. Так, рвение третье было. Ярость, ну такое. Четвертое замедление. Ну, просвета не надо, уже продавались на рынке. Я их так и не использовал, все за книги прокачал. Так, грубая сила. Ну, четверка нам не нужна, нам нужна пятерка. Конечно, я вспоминаю вчерашний рольных талантов на Коле на первом аккаунте. Там, блин, жестко падало. Сейчас, как видите. Читерный там аккаунт оказался. Ну, не только он читерный. Ужох. Ну, жох. Нафиг не нужен. Тоже есть. Неинтересно. Так, сколько? Бастион. Давайте поставим на Ниндзика. Все-таки увеличит урон. Если ничего еще не выбьем. Интересного. Так, поехали дальше. Корка не актуальна уже, к сожалению, на сегодня. Руны месть. Кстати, ее давно рунами. Блин, буквально четверка. Разброс. Разброс. Так, а что у меня там по стрелкам? Я хотел иногда стрелку. Стойкость. Ожог. Бастион. Огненная защита. Ладно, поменяем на стрелку ожог. Хочу кое-что тоже протестировать. Так, есть. Не делайте никогда такого у себя на аккаунте. Очень невыгодно. Так.
Окей, поехали. У нас есть 12 коробочек. Интересно, что же с них сегодня нам упадет? Let's go. Берс. Ну, такое. Разброс. Ну, такое. Имба-талант. Еще один разброс. Вот когда не надо. Ремка. Ну, ремка у меня, к сожалению, уже давным-давно не актуальна. Так, еще разбросик. Говорю, разбросик берс. Ожог. Да прям, блин. Как видите, с коробок нифига толкового не падает. Вот он, бог войны. О май год. Так, ну что, интересно. Ну, я думаю, все-таки ниндзика оставить с бастом. Бог войны вообще уже никакой, честно говоря. Так, ну кому сейчас его можно поставить? Давайте посмотрим. Бог войны, бог войны. Да я даже не знаю. Грубая сила намного круче. Так, тут каменка. Кстати, у нас тут гаргула. Гаргула с разбросиком надо сделать. Давайте так пока. Так, нет. Да, сюда надо было разброс нам поставить. Так, ожог. Ожог. Ожог, блин, падает. В принципе, давайте так сделаем. Жесть, что падает с этих. Ну и утекание упало. В принципе, утекание оставим на нашу мохнатку, которая уже интересная. Вот такая вот она у нас. Вот такая вот. Не докачиваю я пока скилл, потому что я не знаю, что делать все-таки с этим ниндзиком. Оставить его, слить. Оставить одно место, возможно. Кого-то не докачать. Или вторую выбить. Пока, вот видите, я в раздумьях. Возможно, вторая упадет. В принципе, герой неплохой. Хочется с разными, пока нету скина. Талантиками. Поэтому пока. Пока я в раздумьях. Ну, а так, посмотрите, что она делает. Просто заходит и унижает. 10 уровень. Сейчас я... А, Фрея. Видите, Фрею все-таки задели. Там или Афина. Включила. Офигенный герой. Вот тут вот, кстати, можно поставить талантиком утекание, а разброс собрать рунами. Хотя я пока в раздумьях, не знаю, что делать. Пока все в подвешенном состоянии. Что еще такое можно придумать ей? Так, тяжелый удар, это останется. Каменку мы уже на ней тестировали. Ожог. Разброс есть, ну, утекание есть. В принципе, бас тестировали. А, у меня уже даже 10 просветов есть. Вот так вот, ребят. Приговор. Ну, это так себе. На атаку. На китаке священный огонь стоит, ну, в принципе, его хватает. Мне он нравится. Железная воля ей не подойдет. Исцеление. Как вариант поставить и исцеление рунами утекания попробовать. Но это такое себе будет. Либо наоборот сделать. Как вариант. Даже, честно говоря, ребят, не знаю, что делать. Пока я в раздумьях. Возможно, потестируем ее на этой новой локации нашей. Древнем испытании. Против так, кого берем? Ну, одержимый, в принципе, дамагер, Ронин. Давайте Ронина так поставим. Ради интереса сделаем пробный заходик. Вот, у нас малость еще героев без скина осталось, в принципе. Так. Начинать воевать именно с нее, но хотя так не получится. Но было бы неплохо, чтобы она огнекрыла шатала. Но, к сожалению, тут будет очень сложно. 21-й надо будет, кстати, попробовать попроходить.
Так, ну что у нас, смерть первая, так. Вот, кстати, смотрите, что она не дает им зарядиться, и, в принципе, это очень большой плюсик, я так смотрю. Зона, ну, конечно. В общем, будем тестировать, будет много трэша, не знаю. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики, ссылка на микрыло, как всегда, в описании. Всем удачи, всем пока.